И в продолжение темы. Уже на прошлой неделе в приюте «Ананда» усыпили 18 собак. Республиканское управление ветеринарии исполняло муниципальный контракт на эвтаназию животных. Всего хотели умертвить 30 особей, но процесс приостановили. В документах на усыпление нашли ошибки. Россельхознадзор предварительно зафиксировал отсутствие сопроводительных документов на утилизацию собак. По заявлению зоозащитных организаций и общественников, данная процедура была прекращена с требованиями того, что до 21 числа текущего года зоозащитными организациями будет проведена работа по устройству данных животных к новым владельцам. Договорились, что до 21 числа они проведут все необходимые мероприятия по обустройству животных и в том числе наведение порядка санитарного непосредственно в приюте. Данная дата обозначена, после чего также будем собираться с общественными организациями уже обсуждать итоги. Напомним, зоозащитники активно раздают из приюта четвероногих, в том числе и людям из других регионов страны. Из 4000 собак более 600 обрели хозяев.